Всем привет, вы на канале Мама и Я, ну и сегодня мы играем в симулятор бана. Мы должны вот так вот банить людишек. Ну и сегодня мы занимаемся вот таким вот делом. Эй, чувак, уйди. Это я его хочу убить. Вот, короче, у меня тут ноль денег уже. Уже сейчас было. Так, короче, уничтожаем босса. Нормастеры 50к. Ну, такой себе. Короче, сегодня мы будем банить людей, бив их молотком. Так, давай. Эй, баньте. Приятель, баньте. Вот так вот 6к у нас уже. Посмотрите, мы всего лишь 50 секунд снимаем. Я всего лишь 50 секунд снимаю, а уже такой прокачанный по 7к. У меня почти десяточка, посмотрите. Десяточка. Так, а сколько там П? А, нет, еще. Собираю курицу, получай. Куриные мозги, или как там тебя. Так, короче, пошлите на П посмотреть. 75к, не то. Давайте-ка вот такое. Вау, кошка, еще хочу. И... зайчик, Мэнни. Так, давайте-ка. Котенок, Мурмур, нормас. Так. И последний, давайте-ка откроем. Все. О! Это что, лайкузик? Так, ага, 5. Давайте-ка. Вот так вот собираем все. Так, тут лайкусик, как... У меня есть лайкусик, как у Лютого Джо. Так, пошлите банить. Так, а что мне эти пэты будут делать? Вау, у меня уже 5 левел, а я совсем чуть играю. Вот, ого. У нас... Что? У нас 20к? Так быстро? Пошлите... О, босса давайте-ка завалим. Давайте, сейчас мы босса завалим. Интересно, сколько он нам даст? Босс. О, мы почти босса завалили. И... 155к! О май гаш, у нас 200к. Вы понимаете? 200к. 50к на следующую локацию. Да это ерунда. Сейчас, давайте-ка новый молоточек купим или что там. Вы понимаете? Если мы еще одного босса такого завалим. У нас 335к. Это что-то с чем-то. Я играю всего лишь 4 минуты, а симулятор уже пройден. 3... Я такого никогда не ожидал. За 3 минуты я прошел симулятор. Это вообще нормас. Я тебя сейчас заваню молотком. Я сейчас тебя заманю. Получай. Я у нас 545. 575. Думаешь, что тут стоишь, это тебя спасет? Нет. У меня... Во. Во, кого надо бояться. У меня почти 1 миллион уже. У меня 1 миллион. Ого, у меня 785. Давайте-ка бьем. Посмотрите, у них уже левел 10. Я уже прокачан по полной программе. По полной программе я прокачан не на шутку. У меня лямчик денег. Вы это понимаете? Лямчик. Один лямчик. Скоро будет. Во. Сейчас будет один лям. Еху. Все, 15 лям. Пошлите новый молоток искать. Во, сейчас мы новый молоточек купим. Только максимально что можем купить. Чего он умер? Так, 110, 240, 800. Вау, 2 ляма, но мы пока вот это купим. 345. Давайте-ка посмотрим яичко на 1 лям. Вау, легендари. Легендари 2.
И хвостик эпический, легендарный. Эпический. Так, посмотрите-ка. И хвостик 1998. Хвостик 1%. Вау, ну круто. Крутая штучка. Короче, пошлите открывать новые локации. Вот это для меня. Давайте сейчас убьем. 360. Ну, нет, 360. Такое себе. Раз, два. Ого, и мы... Это... Чего это? Что за ерунда? Мне такое не надо. Нет, мне надо босс. Вау, YouTube Alphac. Это что? Это какой-то ютубер. И сколько нам с него? Нормас. 200, так это ерунда. 200к. Так, мне нужно сразу... Я хочу сразу на босса нападать. Так, это, кажется, тоже какой-то ютубер. Ой, я даже не знаю. Так, я деблю девочку. Это так странно выглядит. Так, короче, мы локацию за локацией открываем. Так, кто тут босс? Вот, нате. Это что? Нямкэр, эй, у тебя изо рта радуга, ты чё, фокусник или кто? Или тебя отрави... О май гад. А, банить, я твой думал, его что, 100 лет банить. Так, ну, такой себе. Нет, хпшек уже много. Многовато надо добивать. Что? Что? Я ожидал совсем другого. Результат 380к. Просто это ерунда! Я ожидал другого результата. О, нормас. Вот это я уже понимаю. 925к. Вау, 5 миллионов. А вот это уже цены повысокие. Вот это цены уже я понимаю. Так, давай, бьем. Может, мне яйцо? Ого, уже 19 левел. А если посмотрим, какой сейчас левел? Ага. 1.47, нет, ну такой себе. Лучше этих пока поубиваю. Во. Давай. Ну, босс, ну ты такой какой-то. Так, давайте их поубиваем. И пишите в комментариях, играть мне в этот симулятор или не играть. Вот, 2 лямчика уже заработал. Посмотрите. 2 лямчика. Ну, 75 даже не знаю. Так, ты только заспаунился, а я тебе уже половину хпшек. Почти. Все, половину сбросил. Все, ты только заспаунился, ты даже еще не успел заспавниться, уже умер. Ты не полностью заспавнился, уже умер. Ты умер, а заспавнился, это не полностью. Подписчика хватит! Давай еще подписчика. Ну, давай. Ура, мы его завалили. Так. Пойдемте этих побьем. Ну, бах. Ну бы вы. Вы новые! Получайте по башке. Вы плохо решали математику. У вас плохо уроки. Вы плохо уроки делаете. Вот, мама, на. Вы 2 в школе получаете только. Эй, ты босса. Дай мне уничтожить. Так, давай. Мы его сейчас затащим. Давай. 5 миллионов, почти цель сделана. Цель почти сделана. Так, я не понял. На. Куда убежал? Ладно, все это заберу себе. Окей. Мне не жалко. Вот, 435. Давайте-ка, на. Нормас, вот, давай побьем, мне не жалко. А, тебе не надо? Только я не понял. Банься! Банься, сказал.
Ого, нормас. Ну, все, больше половины, тебе конец. Все, смотрите. У нас 5 миллионов почти. Так, так, ну что, выбьем. 408, 9. Ерунда немножко. Так, бейтесь. 98, последний заход. 5,07 миллиончиков. Бай, и сколько у меня? 65к. Вау, они уже такие себе. Так, чего нубяра с усами? Чего? Усы шоколадка? Усы шоколадка! Бумажная шляпа и нубя? И нубик толстый? Что? Сразу он играет. Нет, он не считается как игроком. Ладно, я тебя сейчас забаню. Я тебя сейчас забаню на 5 лет. Нет. На всю жизнь, на бесконечность. Так. Ну, больше половины. Ого. У него 160 тысяч здоровья. Нормас. 30 тысяч. 20 тысяч осталось. Все, ему чуточку, капельку. Из... О, я не знаю. 1 миллиончик. Так, кстати, а сколько молоточек стоит? А, нет, извините, я не туда пошел. Я перепутал дороги, извините. Так. Вот это да. О, телепорт. Что? А, это плохо. 1.13. Чего? Эй, куда? Как ты это сделал? Ладно, человек арбузик. Я... Давай договоримся, я тебя забаню. Ой, забыли договориться. Ладно. Так, давайте-ка вот это вот босика сейчас убьем. Посмотрим. Посмотрите, как обычно, но он мне ничего не дает. Они мне каплю дают. Давай посмотрим. Эй, а почему ты мне... Стоп. Они даже лямчик не дают. Они 1к не дают. Да, это, конечно, понятно. О, 40к алмазов. Они крю что? Unreal. Вау. За 40к это слишком много. Вот это тут даже больше шанс. Unreal, интересно, какой уровень? Так. Пошлите. Нет, это что-то такое. 2 ляма. Может, вот это? Не знаю. 5 лямчиков. Ну, давайте-ка попробуем. Я не знаю, попробую. Так, это же все пэты. Давайте-ка. Так, ладно, убьем тебя по дороге. То есть не убьем, а забаним. Я уже заговариваю. Забаним. Забаним. Во, нормас. 1 миллиончик, 5 миллионов. Ладно. Я, наверное, не хочу. Училась, стоп. А, Анкамон. Нет, мне Анкамон не нужен. Ну, Никью. Стоп. Это плохо. Так, кто у нас тут самый ужасный? Так, у меня 2 кошки. Нет, вот эту Анекьюб. Этого Анекьюб. И еще кто? Потом Зайка у нас идет. Зайка-побегайка. И Кьюб. И Кьюб. И Кьюб. Так, тут 3-1-1. Да, все. О, нормас. Сейчас, ну давайте-ка.
Ого, так много. Это на первой локации, вы понимаете? Первая локация. Это еще помехи. Давайте-ка босса убьем. Нет, ну босс такой себе на этой локации. Давайте-ка вот такого. 752. Нормас. Я хочу этого босса убить. Давайте-ка. И посмотрите, как много у этого. О. Ты что тут? Что-то нашел? А что ты, чувак, что ты упираешься в стенку? Ну что смотришь? Ладно, не говорит. Жадина. Пошлите уничтожать. Так, что так? Вот, нормас. Вот, 2,05 миллионов. Уже нормас. Ого, я не заметила, у нас 42 левел. 180 тысяч. Так, давайте-ка. Во, нормас, нормас, нормас. 2,95 миллиона. Во, смотрите. Сейчас мы всех убьем. И этого босика. Этого босика финального. Финального. Скажу честно, 160 тысяч его не спасут. Ведь я уже больше половины отфильтровал. Так. 481, нормас. Ты сколько мне наш? О, вот. Вот оно, 5 лямов. 5 лямов. Вы понимаете? 5 лямов. Вы понимаете, что такое 5 миллионов? Я думаю, молоток купить, но я сейчас подумаю. Может, то яйцо или что вообще? Я не знаю. Или 7 миллиончиков вообще сделать. Но сейчас посмотрю по распродажам, что у нас с молоточком сначала. Если нам нужно 2 миллиончика, давай ли такое купить? Нет, мы не сможем. Даже не знаю, но мне кажется, пэт важнее. Давайте-ка пэта купим. Во, и кто там? Лейн, был чего? О, они такие похожие. Кто выпал? Легендарка? Нет, точно не легендарка. А, да, нам выпал Рейнджер Булл. Эпический пэт. Так, значит, теперь кролика снимаем. И вот это вот ставим. Так, я думаю, что этого Дритва... Хотя... Тут Рит есть. А, у меня вопросики. Вау, это что такое? Тип must be. Ну, запорет. Ага, понял. 42-й. Понял. Так, а есть тут трейд? Так. Это на Реберс? Не. Я Реберс не могу, а вот это. Ага. Не надо... Короче, тут... Вау. А что такое кредит? Нет. О, я играю на версии 3.5. И что ты мне дал? 56 сейчас. Этого давайте-ка убьем. 556. Два лямчика, ну даже не знаю. Так. Так, убивайте. Во, 1.302 уже задача выполнена. Только мы сейчас... Вау. Вау! Я золото нашел! Как мне это золото собрать? Я не знаю. Как мне золото собрать? Скажите. Да, никакой подсказки нету. Так, о, 20-28. Нет, лучше на... Давайте-ка на 5.60 накупим.
5.60. Так, с моими новыми пэтами. Вау. А чё же шоколадка? Ой, эй! Это мой. Мой. Я его хочу учить. О, твои молотки меня отвлекают. Во. Все, уходи, уходи. Уходи. Мой Нубяра. Мой Нубяра след... Эй, ты чё? Я тебя сейчас забаню! Уходи с сервера! Ладно, не хочет. О! Ну... Сейчас... Так, 64... Во, 6 лямчиков. Так, ну я не знаю, ну для этой серии, я думаю, даже достаточно. Вот сейчас мы купим. Но мы прокачались достаточно сильно, но я понял, то, что начало такое легкое. Начало легкое, а вот потом уже начинается хардкор. Вот потом начинается хардкор. То есть, не как в симуляторах, с самого начала. О, это очень сложный симулятор, как мне его проходить? А потом... Ой, да я тут громила! Это изи! Не так. А вот в этом симуляторе... Да это изи! На, ша! Я прошел этот симулятор. Как дальше? Вот так вот. Вау, у нас крутой мод. Короче, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не оставайтесь такими же крутыми всеми, как я. Бан! Яс! Получай! Крейзи бан, вау, я крейзи баннер. Так. Во. Нормас 2.77. Во, начинается хардкор, 80 лям. Я уже половину сделал. Нормас молоточек, 3 лям уже отбили. Так, а что? Дай протестировать молот. Молот, дай протестировать. Да молот дай. Протестировать. Смотрите. Во, убегай. Так тебе не надо. Ай, пока побью тут босса. Эй, босс! Он тут заспался. Только где надпись босс? Смотри, я чё? Что? Он должен был спавниться там. И вообще босса нет. Ладно. Минус 160. Короче, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и оставайтесь такими же крутыми шоуми, как я. Бан! Что, видео заглючило? Яс! Баньяс! Так, кого отключаем? А, у нас только... А, вот этого. О! Всем пока! Я не яс.